Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор прищепки декоративной зеленой. В последнее время декоративные прищепки все чаще применяются в качестве декоративного элемента. Их можно использовать для различных целей. Украшения фотографий, надписей, подарочных упаковок. Кроме того, они отлично впишутся в любой интерьер. Декоративные прищепки красиво смотрятся на горшочках с цветами, а также при оформлении различных праздников, детских дней рождения, свадеб. Они очень актуальны в зимние праздники, ведь с их помощью можно запросто создать множество превосходных фигурок и изделий. Если вы желаете оригинально оформить подарочную упаковку, домашнюю косметику, украшение или любое другое изделие, то просто прикрепите к нему красивую открытку с такой прищепкой. Это будет смотреться мило и со вкусом. Нужно отметить тот факт, что несмотря на свой маленький размер, такие прищепочки прекрасно удерживают листочки, нетяжелые предметы, картон, фото. Они изготавливаются из дерева и имеют качественную пружинку. Основные преимущества таковы. Может использоваться для упаковки различных изделий, а также в качестве декоративного элемента при украшении помещений и мероприятий. Изготовлена из древесины, имеет качественную пружинку. Вот так выглядят данные прищепочки. Вот так удобно, легко нажимается, но при этом хорошо все удерживает. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!